Бу. Мне сегодня 13 лет исполняется. Итак, story time. Сегодня... Десятое января. Ну, в общем, вы увидите... Тьфу. Ну, в общем, вы увидите... Блин, с таким лицом вообще говорить, ну, как-то... Может, лучше снять? Вы сегодня увидите, как я праздную свое 13-летие. Бесит меня эта фигня. Тьфу. Вообще, по сути, я должна была сегодня идти в школу, но так как... Короче, не пойду. Причины есть. Просто сказали не идти в школу. Всем. Поэтому я сегодня дома, представляете? Вот это мне подарок сделали. А еще смотрите. Ну, тут еще надо бы гирлянду включить. Вообще сейчас будет... О, красотища. Мне еще, кстати, должны были прийти фоточки с дня рождения. Мы фотографировались. Face ID не распознает. Ну, в общем, меня как-то папа фоткал. Случайно мне вот эта фоточка очень понравилась. Это то, что сфоткал папа на свой телефон, а не на камеру меня фотали. Вообще прикольненькая. Но я жду, когда мне отправят, я выложу это сегодня. Как меня это бесит. Я пошла ее сниму, пожалуй. А, ну, кстати, еще... Я встала зачем-то в 5 утра. Не знаю зачем, не знаю для чего, с какой целью. Больше я уснуть не могу. Ой, пора бы снять ее уже. Хорошо. Блин, после этой маски здесь не видно, но у меня пошли покраснения. Доченька наша, солнышко наше, мы тебя поздравляем с твоим 16-летием. Ты просто unreal. Спасибо. Это тебе все от нас. Ё-моё! А что это? Стич! Это Стич! Это Стич! Так понятно. Этой девочке 6 лет, а не 16. Мне вообще 13. Ура! Блин, без спина заболела. Старая. Помните, я говорила в Москве, да, что я хотела Стича очень долго и много. Где Стич? Я здесь только за Стичем пришла. Мне нужен Стич. Даже лама мне не нужна, так как Стич. Трэш. Уходим, здесь нету Стича. Все, папа, пошли. Здесь нету Стича. А коробочку ты что не откроешь? Коробочку сейчас открою. Заколовка. Какая-то каёбочка. Ну, поверни сюда коробочку-то. Какая подвесочка. Коробку я ставлю, можно? Конечно. Куда еще? Ну, ты, главное, спасибо, мама. Оставайся такой же умничкой, ладно? Я пошла со своим Стичем обниматься. Блин, у меня от маски реально какие-то покраснения остались. Мама, а ты говорила не пользоваться масками. Я говорю, у меня от маски остались следы красные, а ты говорила мне масками не пользоваться. Так что, ребята, слушайте мам, пожалуйста. Я уже давно сделала этот вывод, но почему-то вот таким волшебным образом этот вывод не отображается у меня в мозгу. Блин, у меня Стич, все, я пошла, короче, с ним спать дальше. Нет, ну смотрите, какая фоточка классная получилась. Я ее сейчас в альбомчик занесу, и будет просто... Я же его, кстати, начала, новый альбом. У меня было 2 альбома с полароидами, они у меня закончились. Вот, и я начала новый. В общем, я его как-то начала. Ну, ладно. В общем, да, вот такая вот картина. Ой, ё-моё, что я сделала? Сейчас будет новая картина. А сейчас я, наверное, пойду сделаю сырники, потому что все-таки праздник. А сырники мой любимый диш. Вот такие сырнички получились. Там остатки. Ну, тут кожура от банана. Эстетика. В общем, буду кушать.
А вот и мои фоточки подошли. Ну нет, здесь есть более красивые. Вот мне вот эти очень нравятся. О! Господи, что за девочка? Теперь пришло время расплетать вот это вот дело. И вот такой баран получается у нас. Только вот эти рога мне, конечно, что это? Вот такой у меня сегодняшний лук. Вот наши... Я, естественно. Гестс. Еще сейчас придет. Придет еще Полина. Вот наша пицца. Вот наш торт. Хэштег ЗОЖ. В общем, мы сейчас будем... Это вы от меня закрылись? Опа! Я не знала, как дверь открыть. Привет! Привет! Ну, короче, как обычно, все, блин, просто. Ты сомневалась? Конечно же, да. Да. Со мной вообще могло быть по-другому? Конечно, нет. Знаешь, что? Че? Я, значит, еду спокойно, себе ничего не предвещало беды. Угу. Мы едем через эти пути, поездные вот эти вот. Да. Знаешь что? Что? Едет поезд. Я простояла. Господи, это вообще... Ребят, есть два выбора. Кола или сок? Не вставляй эту шутку. Кола или сок? Шутку не вставляй этого в лоб. Кола. Шутку не вставляй. Я вырежу. Я даже не заплачу. Так. Если вот так оставим, мне не очень. Ой, извините. В сериале. Ты просто пожрать скорее хочешь. Я тоже хочу пожрать. А мы тут посидим. А я здесь останусь. Значит, снимает? У меня спина отказалась. Я не поняла. Она снимает, да? Снимает, да? У меня спина отказала, я встал и сейчас не встану, да. Значит, зачем? Анекдот. Она выставляла эту камеру. Ой, мне плохо стало даже. Она эту камеру выставляла, а тут такое. Я выставлю потом. Давай, давай, выставляй. Еда. А как сфотать? Ты просто снимай. Не трогай никак. Стой, стой, стой. Значит, все. Иди, мы тут это развлекаемся. Ты побыл фотографом? Дай мне побыть. Я не фотограф. Да нет. Ой. Я не выполнил главную задачу. Ой, спина. Ой. Это как бы была секретная камера, но... Ну, секретная съемка. Эта операторская съемка будет стоить вам в пол пиццы. В пол пиццы? Нифига себе! А от него еще дополнительно фотографии. Так, фотографии давай. Всегда дополнительных денег стоят. Я хочу и не есть. Так, сейчас включаем фильмец. Кстати, ешьте, подождите, я быстренько хочу это заснять. И сфотать, да? Да. Ты в будущем станешь как те девушки, которые в ресторане вот так еду фоткают, прежде чем съесть. Уже стало. Ты какой фильм-то? Гаснет свет? Да, и гаснет свет. Мама посмотрела, сказала, что вначале страшно, а потом нет. Да блин. Я хочу обосраться. Не надо. Ты еще выведи на экран... маленький такой экран фильма, чтобы было видно, на что мы испугались. Да. А что, за эту идею три куска пиццы. Не волнуйся. Мои руки. Можно, пожалуйста. Ясно. Вот так хорошо. Она сама с собой разговаривает. Шиза. Кто? Сажиза. Там на складе что-то есть. В каком смысле? Не знаю. Она исчезла. Эстер.
Мне надо кое с чем разобраться. Иди домой, ладно? Будьте. Ладно. Я думала, что ты посмотрел, типа, можешь чекнуть, да? Эста? Да. Да, дальше. Сидит на антидепрессантах, если вы об этом спрашиваете. А насколько тяжелая у нее депрессия? Простите, а что с Мартином? Вы допрашиваете меня так, будто у него фингал под глазом. Сегодня утром он заснул в классе. Это уже третий раз за неделю. Ясно. Простите. А если я каждый день сплю на уроках, у меня тоже там? Привет. Ты это делаешь, чтобы помочь ему? Телефон в рот суй. Без нее. Саша! Она же может вот эта мать просто взять, выключить все в доме, что теория, просто не Саша. Смогут ничего. Это ничего! Это будет спойлер, я немножко вырежу, можно? А давайте познакомлю я вас с Виталиком. Кстати, у меня же Стич появился. Виталика покажу. Пойдем. Олег, а ты покажешь ему Виктора. Пойдем, Виталик. Пошли к Виталику, давай. Виктор, не на мне сейчас. Пошли к Виталику. Это не Виктор. До пуза. А Виктор сейчас тихо. Ничего нового. Ну вот и все. Вот ты какой сейчас тут съешь. Олег! Классно, сиди, Полин! Нифига себе, какой классный тебя. Папа с мамой. Очень крутой. Куда ты его? Это я себе, чтобы бояться, взяла. Чтобы бояться. Да, чтобы бояться. У нас еще тут темно, нифига не видно, конечно, но мы поели уже. Че, продолжаем смотреть? Так, а я не помню, что кладется первым. Наверное, вот это. Ну вот это типа красиво. Или наоборот. А что она внизу? А зачем она вообще? Да, сначала. Скатерть. Это, да. Сейчас будет. Поснимай. А я тебе помог. Сейчас будет обзор на торт. Она снимает? Да, я не знаю, как у нас торт. Ну, точнее, я знаю, но я не знаю, как он выглядит. Ну, как бы. Я знаю, как он выглядит, но я не знаю. Ну, вы поняли. Я ничего не знала. Открываем. Эля, кто-то стучится. Это Милана. Это Виталий. Блин, мне легче, что реально какой-то Виталий. Хозяйственный, когда даже стыдно что-то. Меня папа так научил делать. Как, посуду мыть? Да, что если я в гостях, нужно обязательно помыть посуду, чтобы все думали, что я хозяйственный мальчик, и чтобы родители других детей говорили, какой их сын черт. И ничего не делает. А какой Олег молодец, смотрите. Все, смотрим на торт. Да? Я не знаю, что за торт. Давай. Ты заметила? Ой, какая ляпота. Какая ляпота. Очень классно выглядит. Да, какой ляпота. Красивый. Спасибо. Так, ну и мне. Откройте, туки-туки. Да, да, заходите. Да вы это... А, вы закрыли. Да, здравствуйте. Что вы делаете? Это съемка. Суша. Пошли. Я буду следующим, смотри, как мне красиво. Нифига себе. А что они такие длинные для такого маленького тортика? Это чтобы вовнутрь прям. А сейчас популярны длинные. Я немножко сразу, да, открываю. А, ты хочешь несколько, я думала.
Я не знаю. Ну вот я не знаю, но мне не хватит 16, поэтому, наверное, обойдемся одной. Может, 6 лучше? А, так мне же 13. Давайте на слабо. Точно, мне же сегодня 13. Тебе 13? 24. Да. Ты типа вундеркинд? Да. Я мне 13. Ну, заметно, да. Надпись не порти, вокруг надписи лучше делай. Лучше это вот тоже подумала, вокруг надписи красивее. Давай вот так сбоку втыкай. Нет, не втыкай. Вот здесь воткни сбоку. Давай вот так вот. У меня вопрос. Ну зачем дырять? Подожди, не отрывай, дай поведу. Мне в полшестого надо встретить одну. Две истерички встретились. А представьте, какому мне, когда я пью. Я не сомневалась, Эль. Я просто похлопаю. Куда пошел? Да две подряд не надо. А розовенькие будут? Прям вот чисто розовые. Давай, давай его так поставим. Да нет, красиво делайте. Да, давайте, ребят, красиво, чего делаете? Ну это всего башня. Да. Все, давайте красиво. А вы мне песенку споете? Конечно. Спасибо. Нет, вот это... Давайте, Эль, у нас... Поставьте, и потом как паутину вот так вот переплетите, прикольно будет. Чаевые. Вот что-то да, я что-то еще порчу немножко. Да, Олег, блин, тут розовая должна быть. Эль, спаси ситуацию. Да, должна быть розовая. Ничего не понял. Там должна быть другого. Не спали дом! Две истерички встретились. Жги, зажигает. Можно еще... Давай, давай. Ребят, мы сейчас подожжем все. Тихо, тихо. Я похлопала. Все, поем. Ох. Happy birthday, dear Эля. На русском мы где? В России. В России. Я тебя с днем рождения, тебя с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Эля. Ура, ура, ура. Мы тут еще не хлопаете. Давайте, загадывай желание. Эль, хороший кадр. Что это? Да, блин. Хорошо. Сейчас, последнюю потушишь, Виталик придет. Только момент, где начинается съемка, и все. Ё-моё! Остальное можно вырезать. Какой у вас красивый глаз, Олег, Олег, весь этот. У тебя за спиной Витали. Черт, я только отдалила. Подожди, подожди, подожди. Ты глаз красивый тогда? Я сейчас заплачу. О-о-о, вот это да. Они удивляются, как полароид появляется. Что за слово такое стороны? Ау-ау! Но она еще цветной не стала. Ты видишь? Или она черно-белая? Это я. Видишь? А это ты. Ребят, кто хочет доесть вот этот кусок несчастный? На. Олег, да ты доедай. Ты свое доешь сначала. Ну, в этом что-то есть. Какая-то такая вот... На. Это, кстати, это уже новые, кстати, фотки. Они смотрят мой старый альбом. Это мы тут с Настей на ночевке были. А, вы это когда купались, да? Угу. А я видела видео. Элина какая цаца. У Эли всегда просто. У Эли всегда первая позиция, пятая позиция. Просто на каждой фотке ножка согнута, очень элегантно. А это 21-й год, они. И я, блин, стою такая на фотке где-нибудь. Может, топки? Да, бери. Вот эти. Да, бери. Один на другой. Братан, либо ты мне тапок отдаешь, либо все. Вот это направо, видишь, типа, ну... Ну, кайф. Вот это мачо. Кто я? Да. Да, я. Ну, почти всех. Ща. Модельная походка. Я уже... А, да. Давай. Да. Олег. Жарили пельмени. Да. Чё? Олег, давай. Пошла. Сейчас аж кринжа самая малая. Мне интересно, тебя видно или нет? Дружки хотят ко мне в Панамеру, говорят мне любовь. Кто из вас скорее станет стриптизером? Кто
скорее всего, станет известным актером или актрисой. Кто чаще всего смотрит романтические фильмы? Кто, скорее всего, будет самым саркастичным? Что это значит? Кто, скорее всего, опозорит друга на публике? Кто чаще всего читает каждую книгу в школьной библиотеке? Кто, скорее всего, будет богатым? Она просто лучше... О, да! Кто, скорее всего, ускользнет от поездки и будет фильтровать с другим человеком незнакомым? Фильтрованный. Фильтровать. Кто, скорее всего, рассмеется в неподходящий момент? А что ты его снимаешь? Ты тоже на себя? Кто, скорее всего... Ну, шарю же. Кто, скорее всего... Я теряю вопрос. Нет, там читать по буквам. Кто, скорее всего, обманет жениха своей подруги? Подожди, подожди. Я не понимаю, что-то слишком сложное. Да, тяжелый вопрос, очень тяжелый. Да поищи ты уже что-нибудь, давай. Да, блин, нормально уже, думаю. Кому, скорее всего, будет вручена самая престижная национальная награда в стране? Ой, моя спина. Как она ножками делает? А что я одна? Приходил, вау! Спасибо. Сейчас все. Правая рука красная. Что делаешь, Олег? На память. Давай на память. Все устали. Тут русская веселуха. Ну что, не снимает уже? Нет, я это обязательно сниму. Нет, я это буду сохраню и буду смотреть один. Левая нога. Вся надежда на себя. Перекрути еще раз, плиз. Ты зовешь? Да, я прям вот четко в глаз снимаю. Не шевели так резко головой. Правая, зеленый. Нога зеленый? Нога зеленый. Все, буду тебя постоянно снимать и камеру не отводить, чтобы все было неудобно. А руку ты что убрал? У меня не было. А, у тебя нет? Что ты скажешь? Давай. Левая нога зеленый. Как впечатление? Хорошо. Разве можно, чтобы один человек... Вот мы здесь сидим, а они вот... Пожалуйста. Все? Мне удобно. А давайте конкурс на 50 рублей. Кто угадает, сколько минут времени это идет? Видео. Никто не слушает. Это хорошо, потому что сэкономили 50 рублей. Да блин. Олег, ты не ожидала, что скоро диско придет? Кто? Он снимаешь? Осваивал. Освоил, подошел. Азы. Да ты... Вот ваша молодежь в телефонах постоянно сидят. Не то что современные. Вот, пожалуйста, заслуженный этот, как там, спортсмен. Заслуженная гимнастка Российской Федерации. Да. Лала. Закинь ногу за голову. Ногу. Мам, смотри. У меня нету почему-то. Это еще один подарок мне. Стич. Резиновый. Резиновый? Стич и ботинок. Ой, я думал, что тебя на камеру. О, смотри. Ой, я думал, в шкафу люстра стоит. Это, кажется, стакан. Ну, знаете, я тут принял его решение, я останусь здесь жить. Не против? Какие вы хорошие знаете фильмы? Какие фильмы? Бабадук. Мне Бабадук, она, да. Она Бэйби нравится. Нет, под этим. А можно Стича? Под этим, слышишь? Да, ну, Стича. Под этим грелись. А что, а как? А там отодвигается. Да, вот это, да. Тебе жалко? Да. О,
Мам, смотри, какой мишка. Давайте мультик. Вот. Нет, ТНТ включить. Такой вот мишка. Ой, сколько? 219. Опа! Все, смотрим. Ой, класс. Смотрели. Нет, не переключай. Саша Таня. О, ура, Саша Таня.